Вот принесли мы завтрак, кашу, маслице, вот и бутербродик такой, и какао. Буду кушать. Всем привет! Сегодня я поступила в роддом с сложными схватками. И теперь, как вы понимаете, влоги каждый день выходить не будут пока что. Сейчас я немножко здесь полежу, отдохну. Кто знает, может быть, назад вернусь с малышом. И как только вернусь домой, я вам обещаю, что будут новые влоги. Это обязательно, 100%. Так что потерпите немного. И мы снова будем снимать интересные вещи. У меня было столько всего запланировано интересного для вас. Но вот хотите, покажу вам палатку, например. Сейчас. Вот так выглядит палата. Двухместная. И вид из окна шикарный. На лес. Я забыла зарядку от телефона, хотя в сумках видео говорила, не забудьте, сама забыла. Поэтому я буду отключаться. Ребят, всем пока. Не переживайте, мы скоро вернемся к вам снова.